Водички нет, дедушка? Вон она, вода. Ну, а покурить? Совсем без табаку остались. Что поделаешь, дедушка? Война. А кто ж воюет? Ты, что ли? А как же? И я, и лейтенант. Все мы воюем. Но только сейчас он сильнее нас оказался. Тому... А это что ж, не сила? Дай сюда кисет. Что мы могли ему ответить? Нам нечего было отвечать. Это было на Украине в 42-м году, в июле 42-го года. Немцы прорвали фронт. Где-то за нашей спиной, у Лисичанска и Старобельска, прикрывающие наш отход части ожесточенно дрались, сдерживая прорвавшиеся немецкие танки. Но сами мы шли на восток. Ненавидящие самих себя, отводящие глаза от таких вот стариков. День за днем все на восток, на восток. Одни все шли, и мы все шли, и все на восток, когда пешком, а когда, если повезет, на машинах. Трое солдат, прошедших пол Украины, трое солдат несуществующего уже полка, Валега, Седых и я. Валега — это мой связной. Вот скоро уже 9 месяцев, как мы с ним не расстаемся. Нрав у него, правда, крутой, и угодить ему нелегко. Но лучшего товарища в бою я не знаю. Седых — полковой разведчик. Хлопец толковый и исполнительный, но большой любитель задавать вопросы. Товарищ лейтенант, а правда, что у Гитлера одного глаза нет? Не знаю, Седых. Думаю, что оба есть. Ну-ка, дай твою секиру. Проводок отпилить. Ха. Это клинок, брат, отцовский. Для таежного зверя предназначен. А ты проволоку пили. Стой! Повоюсь с таким. Оружие есть? А что? Верено отбирать, отступающий. А мы не отступающие. Мы на переформировку. Дайте лучше закурить. На фронт топаете? На фронт. Вчера еще учились, а сегодня? Ну, не сегодня. До фрицев еще дойти надо. А где они? А я вас хотел спросить. Вы газеты читаете? А что в газетах? Бои в излучении Дона, вот и все. Ворошиловград сдали. Ростов? Ростов еще нет. Не писали. Слушайте, ребята. Возьмите нас с собой, а? Ей-богу, до точки дошли уже. Да мы что? Мы люди маленькие. Мы бы взяли? Да командир полка, знаешь, у нас какой? Обращались уже к нему некоторые. Говорит, полк у меня, а не биржа для безработных. Да.
Двигайте вы лучше в Сталинград. Недалеко уже осталось. Говорят, там новые части формируют. Такие вот дети должны воевать. Страшно подумать. Просто страшно. А мы уже, мамаш, привычные. А я вот не могу. Скоро уже как полгода в госпитале работаю, а привыкнуть никак не могу. Так вы женщина, а мы... А вы? Дома вам еще сидеть надо, вот что. Ну а что дома-то? Не хочешь, значит, домой? Хочу. Тут не сейчас. А когда же? Ну уж надо, как вы, с кубарем или с орденишем. Добрый вечер. Здравствуйте. А у нас гости. Хороши гости. Постояльцы по ордеру. Керженцев. А это мои товарищи. Вот дядюшка этой красавицы. Георгий Акимович. Иван Седых. Очень приятно. Олегов. Антон. Чайку. Ну, налей стаканчик. Пожалуйста. Спасибо. Ну, как там на фронте? Долго еще будем заманивать? Или уж в конец измотали? И это есть. Что ж, тем лучше. Спасибо. А как со Сталинградом? Будем защищать или... Ну что ты пристал к человеку? Не пристал я. Просто хочу уточнить, каким располагаем временем для эвакуации завода. К сожалению, на этот вопрос не могу вам ответить. Жаль, жаль. Что такое генерал от инфантерии? А? Товарищ лейтенант. Что? Что значит генерал от инфантерии, я спрашиваю? А ну у тебя. Пехотный, значит. И пальцы не слушаются. Слушаются. Хорошие. Грушевые.
Это Вовкина, брата моего. Он на фронте сейчас. Инженер? Инженер. Вернее, собирался стать инженером. Диплом остался. Да. Все собирались. Иван, перестань. Вы что, тоже инженер? Инженер. Полковой только. А собирались? Собирался архитектором стать. Даже больше, чем собирался. 19-го защитил, 20-го купил новую решину, вот такую вот, как эта. А 22-го... Может, еще чайку выпить? Самовар опять закипел. Спасибо. Нам надо сегодня пораньше лечь. Ну что, посидите еще. Нельзя. Завтра рано вставать, служба ждет. Слышали? Калач сдали. Ерунда. Я вчера видел одного из-под калача. Держатся еще. Держатся. Фу. Пока мы здесь на травке загораем. Загораем? Значит, надо. Кому? Тебе, мне? Будем так воевать, как мы сейчас с тобой. Смотри, как бы нам недельки через две на Иртыше оборону не занять. Не займем. А госпиталя вот уже эвакуируют. Так кто госпиталя? Начальник резерва. Лейтенант Куриленко, разберите пулемет и объясните назначение каждой его части. Встать! Смирно! Вольно! Вольно! Почему ворот расстегнут? Следить надо за собой. Разрешите вопрос, товарищ майор? Ну? На фронт нас думают посылать или нет? Ну сколько же можно в этом резерве сидеть? Что значит в этом? Что значит сидеть? Сколько надо будет, столько и посидите в этом резерве. Подрывники среди вас есть? Есть. Завтра с утра отправитесь на тракторную. В распоряжение полковника Радченко. На тракторную? Зачем? Не задавайте глупых вопросов. Направление получите в канцелярии. Продолжайте занятия. К утру, чтобы все хозяйство было собрано. А что? Уходим утром. Вот так-то, Люся, уходим. Куда? На фронт. Куда ж солдату? Да, на фронт. Их, напиться бы сейчас. Юр. И города вы мне не показали. А еще не поздно. Пойдем. Переоденусь только. Пойдемте. Хорошо? Что ты загрустил, наш лейтенант? А чему радоваться-то? Да, радостного действительно мало. Второй год воюем, и никак не научимся. А что такое уметь, по-вашему? От Берлина до Волги дойти, вот что значит уметь. От границы до Волги отойти тоже надо уметь. Верно, не спорю. В этом деле мы мастера. Георгий Акимович. Вот же и обиделись. Не нужно. Давайте рассуждать трезво. Вот вы говорите, что и отступать нужно уметь. Правильно. Перед Наполеоном тоже отступали. И победили. Было такое. Только тогда мы теряли территорию, узенькую полоску земли. А сейчас Украины и Кубани нет, нет хлеба. Донбасса нет, нет угля. Баку отрезан. Есть Урал, Кузбасс. Ну и что же? До Волги все-таки докатились? Вот здесь и сдержим. Чем? Геройством. Что касается меня, я предпочитаю танки. Ну, наши не хуже немецких. Где они? Где вы мне скажите? Подождите, будут и у нас. Когда? Когда мы с вами на Урале будем? На Урале? Ну, знаете ли, за это вас
Ну договаривайте, договаривайте. Люсю жалко. А вы не жалейте. Идите и скажите. Кому угодно. Я не боюсь. Ведь для меня... Ведь я от вас ответа жду, понимаете? Именно от вас, командира, фронтовика, коммуниста. Вы коммунист? Да, коммунист. Так не вам закрывать глаза на то, что происходит. И не вам отчитывать меня. Вы молодой человек, простите, вот таким еще были, когда я этими самыми руками тракторный строил. И 10 лет проработал на нем. Это, что вам говорить? Идите, сообщайте. Товарищ лейтенант. Пойдем? Вы и до войны были таким неразговорчивым? Был я когда-то красивым и юным. Неудержимо, неповторимо. Все пролетело далече, мимо. Сердце остыло, и выцвели очи, синее счастье лунной ночи. Вы любите Есенина? Любил когда-то. А почему когда-то? Потому что все это было. Есенин, архитектура. Там, далеко. Последняя открытка от мамы. Получил ее через 3 недели после того, как немцы заняли Киев. Пиши чаще, хотя знаю, что у тебя совсем нет времени. Хоть 3 строчки. Кстати, вы говорили, что у вас в Ленинске есть какие-то родственники. Есть. Двоюродная тетка. Отправили бы вы маму к ней погостить. А что? А то, что оставаться ей здесь незачем. А сейчас... Вы, кажется, мне обещали какой-то Мамаев курган показать. Угу. О чем вы думаете? О пулемете. Здесь хорошее место для пулемета. А вон там другое поставить. Хорошо будет простреливать ту сторону оврага. Неужели вам не надоело все это? Смертельно надоело. Зачем же вы об этом говорите? Привычка. Я теперь и на Луну смотрю с точки зрения ее полезности в военном деле. А я стараюсь не думать обо всем об этом, когда не в госпитале. Вот сижу и смотрю на Волгу. Она красивее Днепра? Нет. А может быть и да. А в Киеве вы сидели с кем-нибудь вот так и смотрели на Днепр? Сидели и смотрели. С кем же вы сидели? С Люсей сидели. Тоже с Люсей? Mm-hmm. Смешно. А где она сейчас? Не знаю. У вас есть ее карточка? Вы любите ее? Пожалуй, да. Почему пожалуй? Ну, просто да. Очень приятное лицо. Ну, я пойду. Мне на дежурство. Не увидимся уже. Очевидно, нет.
А насчет мамы, что я советовал, сделайте. Вот так мы и расстались с Люсей. Невероятнее всего навсегда. Война. А через несколько дней она бушевала уже в самом городе. Четвертую дивизию. Район вокзала. Керженцев! Я. Полковой инженер? Так точно. Так, 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 очень кстати. 184-ю. Там как раз инженер сегодня из строя выбыл. Люди есть? Двое. Связной и боец разведки. Ночью будут высаживаться. Район нефтебазы. Не прозевайте. Бойцов сдайте капитану. Товарищ майор. Прошу разрешения оставить. Не разрешаю. Здесь люди тоже нужны. Вы ведь от самого Харькова. Вы от Харькова, я от Перемышля. Ну ладно, связного забирайте, а разведчика сдайте капитану. Есть. Антонов. Я. Грамматикопуло. Я. Ну и ну, сразу не выговоришь. Не пускают тебя седых со мной. Жаль расставаться, да... Не поминай лихом. А вот еще увидимся. Автомат исправный. И не кивай, когда с тобой говорят. Автоматчиком при штабе останется, целей будет. Я же разведчик. Об ордене мечтает. И это при штабе легче. Лейтенанта Керженцева, новый начинец. После разберемся, куда и как тебя теперь не до этого. Бери две роты и двигай на завод. Метись. Ясно? Соберите людей. Есть. Есть. Разрешите карту, товарищ начальник. Капитан Отбойского, начальник штаба капитана Отбойского. Ну чего там? Со штаба дивизии вас ищут. Черт, этого еще не хватало. Чего стоишь? Карту жду. Какая к черту карта? Нечего времени терять. Сказано, завод метись и все. Давай, выполняй. Прибыл в ваше распоряжение, товарищ лейтенант. Удрал. Так точно, товарищ лейтенант. Сукин сын. Эй, солдат, переправа далеко. Затем поворотом метров 200. Немцам что раз собрать, не видишь, подъем! Педали такие! Герой! Поворачивай орудие! Быстрее, быстрее! Стоп!
Заряжай! На помоги ящик сядь! Ты что делаешь? Как что? Фрица обыскиваю. Марш отсюда! Чтоб духу твоего здесь не было. Что за крик в этом мирном уголке? А ты кто? Я? Командир полковой разведки. Чумак. А это мой разведчик. Потому попрошу полегче. Сейчас же прекрати этот кабак. Собери своих людей и расставь здесь посты. А вы кто такой, что приказываете? Я лейтенант, а ты старшина. И сигарку вон изо рта, когда с тобой разговаривают. Не нравится, лейтенант? За этим вот местом следите, Карнаухов. Уязвимое. Ясно. Патроны есть еще? Пока есть. Идите. А где этот второй? Как его? Фабер, что ли? Фарбер, вы, очевидно, хотели сказать. А что же вы молчите? Вижу, вы заняты, не хотел мешать. Люди окопались? Если это можно назвать окапыванием, то окопались. Накормлены. Спасибо, да. Да. Потери? Есть. Догадываюсь. А точнее. А ну-ка сядьте сюда и напишите мне все. Маруся, перевяжи царапинку. Давайте сюда. Почему не докладываете? А о чем докладывать? О сегодняшнем дне, о потерях. В армии существует такой порядок, докладывать командиру после боя. День был солнечный, сами видели. А потери, какие уже у нас потери? Без козырку потерял. Вот и все. Еще будут вопросы? Будут. Только не здесь, выйдем на минуту. Там пули, там убить могут. Вот что, товарищ лейтенант, давайте по-хорошему. Не трогайте моих разведчиков, ей-богу, лучше будет. Слушайте, старшина, бросьте вы этот тон. Ваш командир сейчас я. Какой вы мне командир, товарищ лейтенант? Вы просто приблудный. Виноват. Случайный в нашей части. Мой командир комбат Клишенцов. Ему я и подчиняюсь. Комбата Клишенцова сейчас нет.
Я за него, понятно? Поэтому будете подчиняться мне. Я помощник командира полка по инженерной части. Это вместо Цигейкина, что ли? Да, вместо Цигейкина. А. Ну что ж, мы с саперами всегда душа в душу. Надеюсь, что и впредь так будет. Танк днем кто подбил? А не все ли равно, кто подбил? Вы подбили. Спать охота. О танках давайте после войны поговорить. Старшина Чумак! Да вы не горячитесь, товарищ лейтенант. Ей-богу, не знаю. Новенький какой. Узнайте и доложите. Разрешите идти, товарищ помощник командира полка, по инженерной части? Идите. Вот он! Вот! Какой роты? Не знаю еще. Не знаешь? Интересно. Найди Витьку, моего старшину. Пусть возьмет на довольствие. Держи. Заслужил. Теперь закуривай. Тюки. Очень ты не затягивайся, а то... Проснись, лейтенант, волосы сожжешь. Что? Сидите, сидите. Обстановка. Отбито 4 атаки. Потери убитых. 25 раненых, около 50. Вышел из строя один пулемет. Соседи кто? Слева 3-й батальон нашего полка. Справа. 45-й справа. От них представитель приходил. Мы стыки уточняли. Комбата убило. Крышенцова? Да. О, какой парень был. Не будь бабой. Не распустил. Так вот, лейтенант. Принимай батальон. Есть. Так кончился этот день в Сталинграде. За ним второй, третий, четвертый. И так один за другим 160 мучительных в своем однообразии дней. Какими бесконечно длинными казались нам эти дни. Не по-осеннему ясные, солнечные, заполненные шумом моторов и грохотом взрывов. И все-таки эти дни были короче тех других томительных дней отступления. Ведь страшнее всего на войне не бомбы, не снаряды. Ко всему этому можно привыкнуть. Страшнее всего, когда не знаешь, куда применить свои силы. Вот это самое страшное. Теперь мы знали, куда их применить. Товарищ лейтенант, генерал вас ищет. Генерал? Генерал-лейтенант какой-то. Они с командиром полка у лейтенанта Корноухова. Сказали в 3 минуты. Ох, и достанется мне сейчас за овраг. Не успели ночью заминировать. Так здесь 3-й. 2-й. Ну, а где 1-й? Возле Метиза, товарищ генерал. Командир 2-го батальона лейтенант Керженцев прибыл по вашему приказанию. Ну, как дела, комбат? Да ничего, товарищ генерал. Людей вот только маловато. Сколько? Активных 36. Не так уж плохо. В 43-м полку, политотдел. Сколько у нас там на батальон? 15-20 человек. Вот-вот. И воюют. Керженцев тоже воюет, товарищ генерал. А ты не защищай. Знаю.
Окопы закончил? Копаем, товарищ генерал. А ну, покажи. Твой? Трофейный, товарищ генерал. А это кто? Джек Лондон. Джек Лондон? Почему вдруг? Да так. Люблю этого писателя. Его Ленин уважал. Ему Крупской читал, когда он болел. Взял политодел? Запиши-ка в свою книжечку. Читал когда-то. Хорошее помню. И парень хороший. Дашь потом, ладно? А то здесь совсем читать разучишься. Ну, пошли. Мины сегодня как раз получили. Думаю, там по дну оврага ставить. Непростреливаемый участок. Отставить. Как? Отставить мины, говорю. Видал? Видал. И что скажешь? Господствующая высота, товарищ генерал. Все наши подходы простреливают. И Волга, и переправа, все как на ладони. Как на ладони. Карту. Не мины ставить. Не отгораживаться надо. А вот что? Вот первая линия немецких окопов. Нужно ее взять, закрепиться на ней. А оттуда до второй линии от первой всего 50 метров. Возьмете вторую линию, тогда баки в ваших руках. Овладеете баками, ликвидируете грозную опасность для всего участка дивизии. Так, лейтенант? Так, товарищ генерал. Ну, а если так, то завтра, чтобы ты был там. Где там? На сопке. В первой линии немцев. Луна когда встает? В начале первого. Прекрасно. 22:00 пустишь разведку. В 23 дадим кукурузников. Обработает их передний край. В 23:10 атака. Ясно? Ясно. А потом оттуда, на баке. Желаю успеха. Ну, Бородин, теперь третий батальон. Коммунисты есть? Есть. Зайду к тебе вечерком. Не возражаешь? Вот так, товарищ. Что непонятно, спрашивайте. А вот скажите, товарищ полковник, это правда, что Гитлер будто где-то сказал, что он уже взял Сталинград? Не знаю. Мне во всяком случае не говорил. А он еще в конце августа собирался его взять. Между прочим, в 43-м полку интересную штуку достали. Вот, взгляните-ка. Что же это такое? Похоже, Мамаев. Вон баки. А доты и вся эта мура откуда взялась? А вот тут все написано. Прочти, комбат, ты ведь у нас ученый. Это оправдывается. Почему до сих пор Сталинград не взяли? Стена из огня и железобетона, которую большевики воздвигли вокруг Сталинграда,
И мы эту стену уничтожим так же, как мы смели со своего пути все другие препятствия. Что же это за стена? Где она? А ты не знаешь? Нет. Да вот. Рядом с тобой. Мухомор. Петька? Ну как там у вас? Слушай, нашего старшины нет у вас, а? А, сукин сын. Где Карнаух? Пошел проходы показывать в минных полях. Ну как, у тебя все в порядке? Все, товарищ лейтенант. Помни, ты мне сейчас за всю оборону отвечаешь. Ясно, товарищ лейтенант. Особенно следи за стыками. Ясно, товарищ лейтенант. Ну, а у вас как? Как будто ничего, Юрий Николаевич. Надеюсь, вы без шинели пойдете в атаку? Пожалуйста. Могу и без шинели. А что? Мешать она вам будет. Вот что. Из бойцов снимите. Надо же все-таки... Чем задумался, комбат? Да так, ни о чем. О Киеве вспоминаешь? Да. Ну что, чумак? Ушли, пока тихо. Скоро вернутся. Ты откуда родом? Я? Я дальний. Сыграй, Карнаушка. Тихого океана я, из Владивостока. Не бывал? Не пришлось. Хороший город. Моя,
Когда мы фашистов прогоним, домой я вернусь поскорей. Глаза я закрою ладонью, увидев огни фонарей. Выходишь на улицу ночью, повсюду горят фонари. И если гулять ты захочешь, гуляй хоть до самой зари. Гуляй хоть до самой зари. Когда кончится война, я поеду на родину и построю себе дом в лесу. Я люблю лес. И вы, товарищ лейтенант, приедете ко мне на 3 недели. Почему именно на 3 недели? А вы больше не сможете. Вы будете работать, а на 3 недели приедете. У нас хорошие места на Алтае. Я знаю такие, где есть медведи и лоси, и щуки по 15 фунтов весом. Так, отдыхаем, значит, да? Лучше бы людей проверили. Уже проверены. На вас всегда все проверено, а когда дело доходит, так... Ладно, ладно. Разведчики не вернулись? Нет еще. Через 20 минут кукурузники появятся. Как отбомбятся, сразу же вперед. Ракеты взял? Все в порядке, товарищ майор. Понадобится огонек, сигнал дашь. Ну? Ни пуха, ни пера. Мы на НП. Головой мне за выполнение задачи отвечаешь. А то знаю я вас, комбатов, людей жалеете. Не так их много, товарищ капитан. Ну, много или мало, чтоб сопку взял. Не возьмешь на себя, пеняй. С партбилетом расстанешься. Может, покушайте? Консервы есть, тушенка. Можете начинать. Семафор открыт. Закуривайте. Мины есть? Нет. Правее подбитой пушки идите. Метров 200 прощупали. Чисто. Стихов не пишете? Нет, не пишу. Жаль. А я думал, пишите. Вид у вас такой. Кокнули там одного у них в охранении. Ну что ж, пошли. Далеко? Нет, не очень. Если на сопку, не рекомендую. Здесь уютнее. Здесь останешься. Как? Вот так, товарищ лейтенант. Улитка, я это, мухомор. Петька, ты? Ну ты где ж наш старшина-то, а? Thank you.
чего он тянет? Чего, спрашивается? А ты под руку не попадайся. О-о-о. Ну и... Ну как? Порядок, комбат. Другой пулемет левее, у их хода сообщения. Третьего, пять второго. Пять штук, товарищ лейтенант. Добро. Давай ко второму ходу. Есть. Хочу оба хода сообщения заминировать. Боишься, полезут? Пусть попробуют. А потом мы эти хода разминируем и по ним во вторую. Понимаете? Молодчина! А ты чего вылупился? Связь, связь давай! Тянут, сейчас будет. Ну, комбат, ручка у вас того. А я думал, вы поэт, стишки пишете. Ранены? А, нет. Нет, нет. Ничего, немножко. Ай-яй-яй. Оптику испортили. Седых? Я, товарищ лейтенант. Вот спасибо ему. Разведчик Седых? Я. Получай личную благодарность от командира на поле боя. Если бы не он, говорили бы мы похоронные речи по командиру 5-й роты, товарищу Фарберу. Здрасте, пожалуйста. Откуда взялся? Как откуда? От нас. Тушенку принес, шинельку вот вашу. Ну и вот эту вот. Эхе, дело нечисто. Уж не ты ли, друг, замешан тут? Вы про кого это, товарищ старшина? Про кого? Очень он мне нужен. Ну, чего приволок? Можешь подогреть, товарищ лейтенант. А примуса ты не догадался прихватить? Ну и парень. Дай-ка ножик банку открыть. Клинок дареный. Для фашистского зверя предназначен. А не банки открывать. А ну-ка, на ухо. Юпитер. Юпитер. Со штабом банка. Связь. 11 у себя? Товарищ 11. Так, хорошо. Молодцы. Правильно придумали. Закрепляйся, не теряй времени. Полный порядок. Почти без потерь. Там, говорит, у них ход сообщения идет к немцам, ко второй линии. Пока заминировали, потом хотят использовать для второго удара. А, я так и знал. Дорвались до блиндажей, теперь их оттуда не выкуришь. Да ну тебя, нач штаба, вечно ты скрипишь. Люди приказ выполнили. И на шаг вперед. А могли сходу на плечах у немцев. Удар по бакам. Ведь захватим и их, командующий бы нам за это. Ох и мастер ты, оказывается, на чужом горбу в рай влетать.
Вот что. Бери роту Синдетского, да, и двигай к Керженцеву. Посмотри, как и что там. Уточни на месте обстановку, тогда и примем решение. Ну как там? Постреливают, ракетки жгут. К утру очухаются, полезут. Встретим не впервой. Попадется бы с парком да с венечком. А потом бы в чистенькую беленькую простынку. В госпитале лежали, комбат? Нет, не приходилось. Ну, не расстраивайтесь, все впереди. А что, стоит? Спрашиваешь. Нет тебе языков, ни тебе заданий. Ешь, спи, да на процедуры ходи. А кругом сестрички. Подсядет к тебе такая. Халатик в обтяжку. Молоденькая, черноглазенькая. Аж дух захватывает. Не жизнь, а сказка. Воды. Нельзя тебе воды, ты в живот ранен. Потерпи маленько. А мне можно? Я в голову. Есть там еще? Литра два, не больше. Учти, что пулеметом тоже пить надо. Знаю. А черт, вот задача. Где воды взять? Ничего, комбат. Под утро маленько немец поуспокоится. Чего-нибудь сообразим. Воды. Потерпи, дорогой. Кем до войны был, Чумак? Я. Шофером. ЗИСа водил. Потом на Червоной Украине служил. В Севастополе? Угу. Эх, было времечко. Получишь в воскресенье увольнительную, медяшку надраешь, складку наведешь, девочку под жабры и пошел по прямбулю. Необходимо заправить водой. Разрешите? Возьмите. Кружку оставьте для раненых. Хорошо. Я не вижу термоса. Frag mal Helmut, vielleicht hat er was aus dem Urlaub mitgebracht. Heil, 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 setz dich und erzähl. Gib mir erst mal was zu trinken. Hast du in München was anderes getrunken? Ja, verschiedenes. Hast du wenigstens was mitgebracht? Hast du mir Geld mitgegeben? Ernst, gib ihm nichts mehr. Bitte, trink doch den Dreck alleine. Davon wird einfach nur schlecht. Thank you.
Очень хорошо, спасибо. Хлопцы, резервы на подходе. В 7:00 рота Синдетского придет. Живем, братцы. Пожалуйста, нашлась пропажа. Где болтался? Зачем болтался? Вы же сами сказали, что вода нужна. Хлопцы, дай вино. А ну навались, кто пьющий. Отставить. Маруся, прими команду. Смотри, не перелей. Слишком смелым станет. Тебе же хуже. На. Дрянь. Как раз для пулемета. А ты куда ж? Да вот, пулеметы заправлю. Пулеметами солдат займется. А ты командир. Поди-ка, залей. Ну. Слушай, ты до войны тоже таким был? Каким? Да вот таким. Пить не любишь, ругаться не умеешь. Что ж ты любишь? Баб любишь? Ты не обижайся, но я вот смотрю на тебя и не пойму. Ей-богу. Командир роты, офицера. Ну, что ты умеешь? Плавать умеешь? Нет, не умею. А на велосипеде? И на велосипеде не умею. Ну. Но в морду давал кому-нибудь? Давал. О, кому? Ну, не все ли равно? Простите. Я пойду, Юрий Николаевич. Тоже вот, с высшим образованием, а понятие имеет. Красиво, правда? Красиво. Впрочем, не заговорил я об этом, я вряд ли бы обратил внимание. Разучились. Война вышибла. Нелепая она все-таки штука, война. Нелепая. Впрочем, как и вся жизнь. Не понимаю, вы это о какой жизни? А хотя бы о нашей с вами, прошедшей, довоенной. Я вот часто думаю о ней и ругаю себя. За что? Вы знали, что будет война? Пожалуй, знал. Не пожалуй, а знали. А что мы делали, как готовились? Стояли на первомайских парадах, ручки в брючки, смотрели на проходящие танки, на самолеты, на шагающих бойцов. Ах, как здорово, ах, какая мощь. А в институте на военных занятиях спали. Не так ли? Вроде и так. Вот это и оно. На других мы с вами полагались. Слышите? Москва. Чайковский. Из пятой. Антон де Кантабель.
вас есть жена. Есть. А друзья? Друзья. Были, вернее. А что? Да ничего. Одинокий вы какой-то. Вы кем до войны были? МГУ кончил, математический. А что толку? Не понимаю. Он, чумак, ничего не кончал. Не смейтесь, я ему просто завидую. Чумаку? Чумаку, да. Ведь я наврал, когда говорил, что давал кому-то по физиономии. Никогда никому я не давал. Я в детстве-то не любил драк. Любил математику, вот и все. Но разве это плохо? Нет, зачем? Но кроме нее, оказывается, есть и другой. Вот это самое. Математическим уравнением тут мало что решишь. Туберкулез. Простите, что? Так солдаты зовут наш ТБ. Ночной тяжелый бомбардировщик. Странно. Что странно? Да все это. Чайковский, туберкулез. Наши двигают. Товарищ комбат, решите доложить? Ладно, ладно, вижу. Спасибо, друг. Пойдем угощу. Нельзя, товарищ комбат, сейчас наступать будем. Сейчас куда? На вторую линию. Старшина, сейчас же выводи своих. Ну как же при свете разминировать ходы сообщения? К черту ваши ходы, нечего время терять, выводить людей на исходную. Где ваш комбат, черт его дери? Я здесь, товарищ капитан. Где вы пропадаете? Через 5 минут атака вас где-то носит. Разрешите доложить, товарищ капитан. Нечего мне докладывать. Немедленно выводите людей на исходные. Сошел с ума. Просто сошел с ума. Скорей, скорей, скорей! Командир старшей роты! На место! Есть. Товарищ капитан, уже светает. А в лоб на пулеметы... У нас ничего не получится. Вот эти траншеи... Меня не интересуют траншеи. По таку шагом марш! Но я договорился с майором. Парни не договариваются, выполняют приказ. Всех командиров вперед! И сам вперед! 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 Вы ответите за это преступление. Я вам покажу, как свою шкуру спасать. Давай.
Сейчас я тебя перевяжу. Карнаушка! Карнаушка! Ребята! А? Спички есть! Одна! Кинь мне! Табачок у меня! А 40 оставишь? Ладно, кидай! Порядок! Я по-быстрому! Ну? Лови! Браток! А, браток? Чего тебе? Давай трапы! Снайперы! До ночи надо! Да я уже сейчас весь от холода трясусь! Закоченеем! Ладно, давай. Только по сигналу. Готов? Готов. Пошел. Падай. Готовится? Есть. Давай. Ты. Я. Солдат, дай махорочки. Вань, закурим сейчас по-человечески. Кто еще хочет сказать, товарищи, по делу коммуниста Абросимова? Вы, товарищ майор. Нельзя на войне без доверия. Товарищи, мало одной храбрости, и знания мало. Нужна еще вера. Вера в людей, с которыми вместе воюешь. Я знаю, что сам виноват. За людей отвечаю я, а не начальник штаба. И на моей совести смерть тех, не бывает войны без жертв. На то и война. Но то, что произошло вчера во втором батальоне, это уже не война. Это истребление. Приказ на войне свят. Невыполнение приказа преступления. И выполняется всегда последнее приказание. И люди его выполнили. И лежат сейчас перед нашими окопами. А Абросимов сидит здесь. Он сам не выполнил приказа командира полка. Он превысил власть, а люди погибли. Все.
все. Капитан Абросимов. Я могу сказать только одно. Командиры берегут людей и боятся идти в атаку. А на войне воевать надо. Я этого и потребовал. Вот и все. И я не виноват, что люди недобросовестно отнеслись к этому. Струсили. Что? Струсили? Струсили, говорите вы. Корноухов струсил, Керженцев струсил, Синдетский. Это вы говорите о людях, которые... Я не умею говорить. Храбрость не в том, чтобы голой груди на пулемет лезть. Так приказать, простите, только дурак может. А Корноухов придумал прием. Правильный прием. Он сберег бы людей. Сберег, чтобы они могли воевать. А сейчас их нет. А вы сами вы трус. Вы не пошли в атаку, других погнали. Я считаю, нельзя таким людям. Нельзя им командовать. Жить им нельзя. И не будут они командовать. Сообщаю партийному собранию приказ командира дивизии. Капитана Абросимова Григория Алексеевича разжаловать в рядовые. Отчислить от полка и дело его передать в трибунал. Правильное решение. Сколько народу погубил. Алло, доброты я! Хорошо говорили, Фарбер. Очень хорошо. Какое там? Все спуталось в голове. Как взгляну на него, так знаете. Ой, черт с ним, забудь. Верно, о другом сейчас думать надо. Ночью, вероятно, опять на вторую линию пойдем. Вот и я думаю о ходах сообщения этих самых. Немцы не дураки? Вероятно, тоже их заминировали. Боюсь, что да. Придем ко мне, подумаем обо всем этом. Может быть, фугасы надо будет заложить. Ну, а чтобы лучше думалось, я сейчас бегаю к себе, принесу такую. Ложись! Мимо! Подъем! Ну, давай, давай, комбат! Не валяй, дурака! Бери танки! Держи! Хорошо! А я за Марусей побегу! Давайте! Юрий Николаевич! Юрий Николаевич, глупо, как глупо. Ну вот, придется теперь вам батальон. Не беспокойтесь, не беспокойтесь, Юрий Николаевич. Верю, верю. Что я еще хотел? Черт. В Олеге скажите. Товарищ лейтенант. Ну вот. На минутку нельзя оставить. Перевязочка.
Сейчас, Юля, потерпите немножечко. Сейчас. Перевязочная. Валега! Ты ранен? Нет. Вот они. Так на смену горячим сталинградским дням пришла та самая тихая госпитальная жизнь, о которой недавно еще мечтал Чумак. Ну что ж, запишите его. Спасибо, Люсенька. Это что, на эвакуацию? Ага. Кого? Юлия Николаевна, вас ждут. Иду, иду. Вам через полчаса на перевязку. А вы вслед за ним, товарищ Стриженко. Есть. Сегодня дежурю. Опять? Вы же позавчера дежурили. Ах, вас это огорчает? Что? Мое дежурство. Это так утомительно, вы же... Конечно, можно попросить Анну Михайловну. Она охотно подменит. Сестра, ножницы. Сегодня много в тыл отправлять будут. А из нашей палаты? Из ваших? Только Кондрашова. Спасибо, товарищ врач. Служу Советскому Союзу. Позовите Стриженко. Я здесь, товарищ военврач. Тебя там какой-то славянин спрашивает. Долго не появлялся. А ну покажись. Хорош. Хорош. Садись. Здорово, кореш. Садись, рассказывай. От старшины Чумака. Ребята вы мои дорогие. А это вот от Седых. От меня. Живем, братцы! И это вот тоже вам. Спасибо. Не опоздал! В воздухе пахнет грозой. Открывай дверь, попрыгун! Кружечки, стаканчики, тотальная мобилизация всех ресурсов! Саня, Саня, сало свое тащи! Подожди, пускай сначала рассказ. Ну как там на Мамаевом? А Красный Октябрь как? Это меня. Куда тебя? Да я на минуточку только заскочил, товарищ лейтенант. Мы лопатой из Ахтубы. Постой, постой. Так, брат, не отпустим. Давай. Ну, лучку давай. Лев. Лучку. Да. Достань консервку. У тебя оставались? Да нет, спасибо, это вам. Пей, говорят. Стоп. Оп. Больному. Вы мне хватило.
Верхенько передавай. Кто следующий? На. Да походи ты! Хоть три слова скажи. Ну как вы там? Ну что там? Да ничего. Воюем помаленечку. Ну а немцы как? Да что ж немцы-то? Нахальцу-то с них сбили. Поприличнее стали. Сидят в колечке, отбивают. Самолетов им, конечно, продукты сбрасывают. Ну а мы подбираем. Ну, ребятам привет передавай. Скажи, что уже на поправку пошел. Скоро, скоро уже. Слушай, скажи ребятам, пусть пишут. Слушай, только можно мою. Чумаку! Чумаку привет передай. А в общем, не тужим. Ходим в разведку. Два раза языка брали. И бог не вру. Одного даже майора. Здорового, рыжего, с железным крестом. И знаешь, кто его поймал? Твой Седых. И хоть мы соскучились все по вас, товарищ лейтенант, но желаю вам еще полежать и хорошенько поправиться. Вместо вас сейчас за комбата лейтенант Фарбер. И вы знаете, очень даже неплохой комбат. А Волга наконец стала. Покрылась снегом и льдом. И иногда по ночам выхожу смотреть на нее, белую и красивую, и вспоминаю ту другую ночь, когда мы с вами стояли вдвоем, такую же тихую и красивую, и так трагически закончившуюся. А вторую линию окопов мы все-таки взяли. Теперь готовимся по бакам ударить. Ну так как? Не могу. Где эти ваши бумаги? Не знаю. Что вы делаете? В конце концов, вы же взрослый человек. И такими вещами не шутит. А если пошутить? Не время и не место. Ну ты же сама говорила, месяц-полтора. А пошел уже третий. Да, я говорила. Мало ли что я говорила. А рана? Она только что начала заживать. Ты мне уже однажды помогла. Не отправила в тыл. Дура, что не отправила. Будет документ или нет, все равно уйду. Thank you.
Давно из Сталинграда, товарищ лейтенант? Порядком уж. Не узнаете его. На берегу что твой Невский проспект. И Волгу без регулировщика не проедешь. Похоже, что... Похоже. Очень даже похоже. Ну, готовьте документы, товарищ лейтенант. Теперь на фронт без пропуска не пускают. Здравствуй, Сталинград. Вот каким ты, значит, стал. А ведь, кажется, совсем еще недавно в тихом сталинградском дворике шел спор между двумя людьми. Вы помните его? Георгий Акимович. Ну, кто же оказался прав? А? Не только сдержали, но выстояли и сломили. Вот дорога, по которой мы шли в первую свою атаку. А вон там, за поворотом, были уже немцы. У самой Волги. Давно или недавно это было? Хайнкели и юнкерсы над головами. Несмолкаемый с утра до вечера противный гул моторов. Петли головы. Дают, дрозда. Дают, дрозда. Товарищ боец. Ну, как? Отремонтировались, товарищ лейтенант? По всем статьям, годен. Поправились-то как? Не зря лежал на Русике. Комбат! О, чума! Скорее! О! Здоров, комбат! Ну как? Тише ты, чё? Что? Я ещё того, не очень. Надоело там, что ли? Отвык, барак! Ничего, привыкай. Что ж вы тут-то? Завернём пока ко мне. Давай, живых зови всех. Быстро, есть. Давай. Ну, показывай свое хозяйство. Вон оно! Ну как мой коньячок? Силен, ничего не скажешь. А у меня еще есть припасен, французский, 8 звездочек. Ну, таких не бывает. А 2 по 4? Надо же распить, пока наступление не началось. А что, ожидаете? Тебя ждали, да вот эту компанию. Сегодня утром с Красного Октября притопали. А ночью встанут на исходные на Мамаевом. Ну, держись теперь, Гитлер! Слушай, а где же Олега? Да не волнуйся, все будут. И Олега, и Фарбер. Какой фон! Один момент! Чумак! Что это он там задумал, а? Стой, стой. Что это у тебя там блестит? Ну, негодяй, молчи. Дай лапу. За что получил? Да за майора одного. Рыжего. Становись! А обращаться ты с ним умеешь? А что тут уметь? Щелкнул и все. Нет, не все. Дай-ка его сюда. Садитесь сюда. Не простудитесь.
Одна сотая. Диафрагма 8. Да давай щелкай. Веселей, веселей. Выше головы. Где вы сейчас? Живы ли вы, друзья? Я вглядываюсь в ваши лица и стараюсь представить себе, как выглядите вы теперь. Подумать только. В Олега, Седых. Ведь вам уже за 30. Женились, детишки растут. И ходят они, вероятно, в школу. И пишут каракулями на косых линейках. Миру мир. Счастливые. Они не видели, не знают войны. Пусть же они ее никогда не узнают.